Приветствую вас, Дарья. Каким-то удивительным образом вы говорите о том, что вы мать, но фотографию, например, которую вы предложили, вот, на фотографии почему-то отец ребенка, а не вы. Вот. Я, конечно, хотел бы уточнить вообще зачем фотография. Вот, первое, наверное, первый вопрос, который хотел бы вам задать, да? Вот. И второй момент, это, ну, почему не вы на фотографии, а почему на фотографии отец? Вот. Но по фотографии совершенно очевидно, что ребенок ваш достаточно тревожный. Вот. По фотографии совершенно очевидно, что ребенок такой достаточно беспокойный. Вот. И это говорит о том, что в семье, ну, вероятно, не очень такая хорошая, не очень спокойная атмосфера. Вот. А я бы наверное, еще бы сделал бы такое предположение, что отец ребенка такой, он вот достаточно, ну, вспыльчивый. Вот. А понятно, что я не могу этого утверждать наверняка. Вот. Ну, вот кажется, что отец такой достаточно вспыльчивый. И если я прав, то вот мы получаем как раз-таки ответ на вопрос о том, почему ребенок такой, ну, грубо говоря, такой эмоциональный. Ну, с чем это связано? Что А вот, ну, такая эмоциональность. А вот, ну, в данном случае, с чем такая эмоциональность в данном случае связана у ребенка? Есть она связана именно вот с этим аспектом, скорее всего. А разговаривать, именно говорить и уделять внимание, то есть, по сути, ну, какие-то вот бытовые аспекты использовать, на мой взгляд, не имеет никакого смысла, вот, потому что, ну, как правило, эту проблему не решают, вот, как правило, эту проблематику не решают. Вот, как правило, проблематика там совсем в другом несколько, вот, как правило, повторюсь. То есть это вот именно то, как ребенок справляется со своими чувствами, то того, как ребенок справляется со своими эмоциями, со своими переживаниями. Вот, это то, как ребенок снимает вот это вот напряжение, которое у него, вероятно, есть, ну, вероятно, присутствует. Вот. И, соответственно, можно говорить о том, что что это, ну, вот, по сути, такая вот постоянная может быть тревога. Можно говорить об этом. Можно говорить о том, что у ребенка вот постоянно какое-то такое вот напряжение имеет место быть. И можно говорить о том, что требуется гармонизация отношений именно в семье. Вот.
как мне кажется, можно говорить о том, чтобы как-то вот гармонизировать ваши отношения в семье, создавать атмосферу в этой семье спокойствия и защищенности у ребенка именно. Но если подобного не происходит, вот, если подобных моментов не происходит, то да, появляются сложности, появляются трудности, появляются проблемы. Вот. Появляются сложности, появляются трудности, появляются проблемы практически у любого практически ребенка появляются трудности при таких отношениях в семье. Вот. Поэтому это вопрос не к ребенку и, наверное, не к тому, что делать с ним. Это вопрос к тому, как организовывается взаимодействие между вами и, например, мужем, вашим отцом ребенка, да? Это проявляется в том, например, как ребенок взаимодействует с своим папой, допустим. Вот. Это очень такие, я бы сказал, важные, я бы сказал, весьма деликатные моменты. То есть дело здесь, я бы сказал, не совсем в ребенке, да? Вот, я не знаю, насколько вам это будет актуально, насколько это будет для вас ценно, вот, но тем не менее, вот, как правило, это так. И потому начинать работу я бы предложил именно с анализа ваших отношений в семье. Вот. В первую очередь. И уже потом. Все остальное. Вот. Уже потом я бы предложил взаимодействовать непосредственно с ребенком. Вот. Потому что от семьи зависит то, в каком направлении будет двигаться маленький человек. Понимаете, какая штука. Вот. И очень важную роль играет здесь папа, потому что это мальчик, и, соответственно, отношения с отцом имеют крайне важное значение. Вот, ощущение небезопасности имеет крайне, крайне важное значение. Вот. Если этим моментом в должной степени и в должной мере не уделяется внимание, вот, то, как правило, серьезная проблема. Появляются, получаются серьезные трудности, как правило. Вот. Это то, что можно вот сказать по вашей ситуации. Вот опять же, обратите внимание, что вы говорите по факту, да, вы говорите о некоторых таких, я бы сказал,
симптомах, то есть вы говорите о некоторых вот проявлениях ребенка. И практически ничего вы не говорите про причины. Да? Вот практически ничего. А как это началось? С чего это началось? Вот. Когда, например, ну, вами, допустим, это было замечено, что вот, ну, что вот имеет место быть такая ситуация, такая особенность вашего ребенка. Вот. Понимаете? То есть вот эти все аспект не учитываются, а учитывать их необходимо. Учитывать их крайне важно, потому что они, эти моменты, влияют на вашего на вашего сына, вот, а хотите вы этого или нет. Ребенок — это отражение родителей, соответственно, если мы говорим о проблеме мальчика, то мы говорим о проблеме его родителей. Вот, о проблеме взаимодействия родителей мы говорим, к сожалению. И если мы говорим о готовности родителей, например, решать проблему своего ребенка, то мы говорим о готовности родителей решать свои проблемы, собственно. Вот. И, соответственно, к вам, именно к вам, вопрос тогда. Готовы ли вы решать, ну вот, возможные свои проблемы и трудности. Вот. Готовы ли вы решать, возможно, свои какие-то вот противоречия и, например, неудобные, ну, какие-то вот неудобные вещи, допустим. Если да, прекрасно, супер, тогда можно начинать это делать, вот. А если нет, то с ребенком работать не имеет смысла, потому что даже если, ну, даже если будет какой-то результат, даже если будет какой-то прогресс в этом, то он, этот прогресс, рискует быть обнуленным, потому что ребенок, ну, окажется, скажем так, да, вот, в привычно такой вот, ну, в привычно деструктивной среде. Вот. И
это как бы обесценит, обнулит любые усилия там психолога, да, психотерапевта, детского психолога и так далее. Отчасти поэтому бесполезно разговаривать. По крайней мере, на бытовом уровне бесполезно разговаривать. То есть так вообще говорить в принципе можно и нужно, да, но именно вот на бытовом, например, уровне или беседы, чтобы решить какую-то проблему, ну нет, 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 не с ребенком. Не с ребенком там 6 лет, например. Вот. Потому что, ну, ребенок 6 лет, все-таки он немножечко, ну, на другое, как мне кажется, на цель, да? Вот. И я бы не ожидал, не ожидал об разговоров без изменения модели и стиля своего поведения, я бы не ожидал от разговоров с ним, с ребенком, какого-то эффекта. Вот. Потому что дети, в принципе, сами разговоры могут легко забыть. Вот. И это, кстати, абсолютно нормальная история. Для ребенка это нормально, что он забывает какие-то вещи. Ну, но чего ребенок не забывает, совершенно точно, чего ребенок не забывает, так это ребенок не забывает эмоции, ребенок не забывает какие-то чувства. Вот. Ребенок вполне может помнить как какое-то эмоциональное состояние, ну, там, допустим, эмоциональное состояние там, не знаю, своих родителей, к примеру. Вот. И вот это самое эмоциональное состояние родителей на него может влиять гораздо сильнее и больше, например, чем, допустим, слова, которые те же родители говорят. Потому что, ну, слова это слова, а вот эмоциональное состояние это гораздо важнее. И дети особенно вот, ну вот, дети возраста вашего ребенка, да, вот они куда более восприимчивы именно вот к тому, что говорит язык тела, ну, родители, язык, ну, язык жестов родителей. Вот. Для ребенка это гораздо важнее. Вот. Поэтому постарайтесь задать себе, например, такой вопрос. Что я транслирую своему ребенку. Вот. Какую мысль я транслирую своему ребенку? Какую мысль я транслирую ему? Вот. Какой посыл я транслирую своему сыну? А какой посыл транслирует отец? А, ну вот, тоже ребенку, да?
О, вот эти вещи важны, понимаете? А не вот, собственно, будете ли вы говорить с ним или нет, или там, не знаю, о чем вы будете говорить с ребенком своим. Потому что, ну, говорить можно о многих вещах, а вот результаты этого, какой будет, это вот уже такой гораздо более важный вопрос, как мне кажется. Вот. Поэтому имейте, пожалуйста, в виду вот эти вот нюансы, которые я здесь озвучил. Вот. Не перекладывайте на ребенка всю ответственность за то, что с ним происходит, ну вот, в том числе потому, например, что, ну, эффекта от этого никакого нет и быть не может, в принципе, ничего этим вы не добьетесь, кроме только вот, может быть, ну, в какой-то степени, да, усугубления ситуации, потому что, ну, еще больше может повыситься какая-то вот тревожность у вашего сына, вот, еще больше может повыситься нервозность, еще сильнее может возрасти агрессия, пока, ну, понятно, что вот, то, что вы называете агрессией, да, это вот немножечко это, как мне кажется, это, ну, больше про страх определенный, вот. То есть я думаю, что это не агрессия, а больше, возможно, именно ярость, как бы, я думаю, что это именно про ярость, это про желание, чтобы вот обняли, успокоили и сказали, что все будет хорошо. Вот. Поэтому этот момент необходимо учитывать. Его необходимо учитывать, и его необходимо осознавать. Вот. Хотя, конечно, ну, я не могу от вас, понятное дело, этого требовать, вот, потому что если вы чего-то не хотите, то понятное дело, что вас не заставит никто. Ну, идея в том, что я вас заставлять особо не пытался, просто вот ставлю перед фактом. Перед фактами, точнее, вот, хотел бы вас вот перед такими фактами, да, поставить, чтобы, может быть, дать вам какую-то вот плюс-минус пищу для размышлений, вот, чтобы вы подумали и немножко, может быть, перенаправили бы вот свою энергию вот, с
того, на что сейчас вы обращены, да, сейчас вы обращены на какую-то вот внешнюю сторону, на какие-то внешние моменты сейчас, вот, чтобы вы с этой внешней стороны больше внимания уделили именно вот тому, именно тем аспектам, которые, ну, мне кажется, важными, ну вот в данной конкретной ситуации. На этом все, пожалуй, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что вы дадите обратную связь на мой ответ, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.